Итак, дорогие друзья, совсем скоро, 20 августа, парк Кроев-Ручей отмечает свой 16-й день рождения. Именно в 2000 году, да, начал свою работу парк флоры и фауны Кроев-Ручей. У нас в гостях Елена Шабанова, пресс-секретарь парка флоры и фауны Кроев-Ручей. Елена, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. И еще у нас много-много гостей. Это, ну, 16 лет прошло с момента основания. По-моему, сначала это был живой уголок Столбов. Да, безусловно, это был живой уголок Столбов. Это были животные из других зоопарков. На момент 2000 года, на момент... Давайте я вам помогу. Итак, в 2000 году у нас было прописано всего лишь 80 животных. Сейчас это 7 тысяч. 7 тысяч? 700 видов различных животных. Парка, коллекция парка одна из самых богатых вообще в России. Угу. Это шикарно. Как будет проходить день рождения? 20 августа с 12 до 22 часов приглашаем всех в гости. В этот день территория парка превратится в одну большую такую киностудию «Роев Ковчег Фильм». Будут работать 28 съемочных павильонов, в которых будут в том числе вот сниматься наши животные, ручные животные. И вы тоже можете принять участие, можете попробовать себя в роли актера, каскадера, режиссера, звукооператора и так далее и тому подобное. Будут различные прямофильмы, например, там «Приключенческая сага золотоискатели». Подходите и чувствуете себя золотоискателем. Вы можете отрыть настоящее золотое украшение. Экшн-форсаж. Можете попробовать себя в роли Вина Дизеля и погонять на машинках. Боевик, трюкачи и так далее и тому подобное. 6 павильонов из 28 проходите, любые на ваш выбор, вы получаете гонорар, как настоящая телезвезда. Ничего себе! Да. Неплохо, я отменяю все дела. 6, это не так много. 12 до 22, приходите в любой час. Блин, ну с наступающим днем рождения тогда вас. Давайте теперь о вот этом белом красавце, да, поговорим. Он выиграл недавно конкурс, он у нас лучший в России, оказывается. Да, он у нас лучший в России, это самоед Рич, знакомьтесь, он красавец. Он титулованный у нас красавец. Можно будет в день рождения сделать с ним селфи, например, прийти? Да, безусловно, все наши ручные животные в день рождения будут гулять по нашим аллеям. Можно будет сделать селфи, можно будет сфотографировать. А Рич уже умеет выполнять команду автограф и расписываться, оставлять? Да, безусловно. Так, отлично. А что у нас с носухой? Носуха Ксюха. Немножко хулиганка, но, в общем, чудная девушка, обаятельная девушка. Очень подвижная, как вы видите. Вот смотрите, сейчас вот именно так проходит знакомство Ксюхи с телевизионной техникой. Ксюха, давай посмотри на Степана, на оператора. Вот она тащит провод. Все, протяни руку, Ксюхе, что ты сидишь? Давай, Ксюш, подходи, познакомьтесь. Вот. Нет, у Ксюши просто, у Ксюхи есть инженерный опыт, образование, она починила нам камеру, ей за это большое спасибо. Я, наверное, знаете, перед тем, как мы продолжим говорить о подробностях дня рождения, хочу сказать, что у нас есть пригласительные на две персоны, которые мы сегодня в нашем прямом эфире обязательно подарим кому-то из наших телезрителей. Будьте с нами ориентировочно в 20:30, мы это сделаем сегодня. Хорошо, Елен, ну, кроме Ксюхи и кроме Рича, у нас еще лама здесь на заднем плане. Да, у нас Мишель. Мишель с очень красивым именем. Она сейчас занимается обработкой яблони наших в нашем скверике. Ее какова задача будет в день рождения Роя? Дарить любовь, потому что лама Мишель обожает целоваться. Можете подойти? Да, мы уже заметили, кстати, когда подходили. Она сейчас, у нее завтрак сейчас, но все-таки... Не будет, да, думать целоваться? Лама, привет, Мишель. Ну попробуй, поцелуй, Антошка. В щечку. Сейчас. Ну подожди. Привет, лама, привет. Нет, яблоки ей нравятся, по-моему, больше. Я ничего не могу поделать. Ранетки слаще, чем ты, Антошка. Ну, по мнению девушка, ламы. Девушка голодна. Мишель, кстати, вот еды, Мишель, вот она очень похожа на Софи Лорен, если говорить про кино, что ее глаза, выразительные брови. Скажи, это Софи Лорен при встрече. Нет, пожалуй, я этого делать не буду. Привет. Ну что, получается? Давно не виделись. Антон, ну просто Мишель, Мишель воспитанная девушка, прежде чем поцеловать мужчину, он хотя бы в кино бы ее пригласил или подарил цветы, а то пришел и сразу целоваться. Так, про группу мы не успели рассказать, про музыкальную составляющую. Итак, у нас будет большая концертная программа, также с 12 до 22 часов у нас будет работать сцена. С 12 где-то, наверное, до 15. Это вот детская программа, фиксики, барбарики. Чуть позже это взрослая программа. Будут
тут говорю, две замечательные группы. Рок-группа «Озоновый слой» и рок-группа «Тувинская» «Хартыга». Ух ты! Да. Многие обожают эти коллективы. И все это дело закончится, наш праздник, большим световым шоу. Угу. То есть можно прям вообще ничего не планировать на субботу. Приезжайте с ребятишками и до самого вечера можно будет сниматься в кино, проводить классное время. Большое сейчас спасибо. Да, 16 лет – это огромный период, особенно если учитывать, сколько всего было сделано. Там очень круто. Вот я, как начинающий отец, полюбил это место особенно. Спасибо большое. Увидимся в Роевом ручье в субботу в 12:00.